Добрый день, друзья! Сегодня я вам покажу, как нужно играть в игру «Шалені мордахи». Правила вам расскажет Марусенька. Даю ей слово. Сегодня мы вечерочком сели играть в игру «Шалені мордахи». Надо найти две одинаковых карты и просто скорчить рожицу, где какая. И начинаем нашу игру. Ба-бам! Я достаю первое. Угу. Счастливый. Все? Да. Теперь моя очередь, да? Да. Покажи языка. Ну, это я обожаю. Так, следующий у нас... Ну, опять покажи языка. Не буду второй раз показывать вот, языка. Вот, ей две попались карты одинаковые. Так, сумный. Хватит? Да. Так, теперь у нас Леночка. Хило. Теперь. Лови ее в кадр. Теперь я. Зарубай рыбку. Что это такое рыбка? Не, вот так. Щеки втяни и губки выпучи. Во. Рыбка вышла чи ні? Вийшла рибка, здохла вже. Це було складне упражнення. О, надуй щоки. Оце мені більш подобається. Вспомни, да, свою жизнь 3 місяці назад. Ще є чи все? Все. Ого, рибка, дівчатки, була складна. Следующая карта. Я сумный. Следующая. Радость, да? Это Валя. Убираем назад. Так. Підморгни. Так, щасливий. Клас, це щасливий. Так, мішаю наша Лена. Лена вибирає карту. Підморгне. Моргнула? Так. Следующая карта. Показала языка. Но пары нету. Нету. А что надо сделать? Потягнуть карту. Злый. Ну это я умею. Капец. Підморгни. Пойдет? Отлично. Так. Я следующая. Батут, матрас, дикобраз. Раз, прилив, да. Трава, стропа. Два, сыр, помидор, сухари. 3. Покажи языка.
Это я умею. Я тоже это умею. Это, по-моему, наверное, самое любимое занятие всех женщин. Сробуй рыбку. Языка. Ого, в тебе рыбка гарна. Ну как вам, понравилось? Нам очень понравилось. Играйте и подписывайтесь на мой канал. Со мной всегда интересно.